Первый раунд. И наш первый участник – Занбек Кульбатыров. Для стоматолога Занбека Кульбатырова из Магнитогорска «шестерка» – это не обращение к пацанам с района. Хотя у кого-то из его пациентов нижний ряд зубов как братва на фотографии. Все обнялись, а кто-то не поместился в кадр. Занбек любит петь, потому что это заглушает звук бормашины и крики клиентов. У вас тоже свело скулы? Сейчас сделаем укольчик музыкально-вокальной анестезии. Так. Уверенно так выходит. Девчонка из далеких дней. По школе бегал я за ней. Домой провожал. Записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли. И я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, и я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. Тебя полюбит там. Микрофон опять хорошо держит, прям да. Правильно. И вот когда он брал выше, он сделал правильный момент. Знаешь, когда? Да, знаю. Я не знаю, есть ли у него голос, но чувствую, ритм у него есть. Занбек, прекрасный наш артист. Прошу первой высказаться Джулию Савичеву. Поет или не поет наш Занбек? А главное, какой красавец вышел, а? Да, правда, а какой пиджак? Большое спасибо. Бабочка зачетная. Некоторые вещи я отдаю нашим участникам. Это мой. Да, кстати, вы оба. Поет или не поет, Джулия? Ну, почему-то мне сразу показалось, что поет. Потому что и чувство ритма есть, и микрофон человек правильно держит. И вот мы тут совещались. Даже некоторые моменты видели, когда высокие ноты он брал, да? Чуть-чуть микрофон, голова вот так. Это все профессиональная вокальная история. Возможно, его обучили этому. Возможно. А вы как думаете? Джулианна Семенович, что скажет, поет или не поет наш Сейчас артист? Сейчас я его просканирую. Но на самом деле, действительно, он вышел очень профессионально, начал петь. Он вначале, правда, опоздал, да, под фонограмму, да, ты видела? Да. Он чуть опоздал вначале, не вступил. Но на самом деле умение петь под фонограмму – это тоже большое искусство, я вам хочу сказать. Вы голословно это утверждаете или на что-то опираетесь? Сталкивалась пару раз с этим. Понял. Я шучу. Но очень, почему очень влияет на самом деле песня и голос, мне вот кажется, что он тоже певец. Потому что интенционно, когда менялась ритмика песни, он все это очень правильно делал. Иван, как вы думаете, что хуже ноет, наш артист или зуб? Знаете, о стоматологах или хорошо, или ничего. Да, побольше уважения. Великолепный стоматолог. Оставьте свою визитку, пожалуйста. Мне кажется, поет. Потому что запоешь тут, когда столько зубов в жизни увидишь. Во-первых, он видел больше всех голосовых связок. Конечно, потому что перед ним люди с открытым ртом. Вот. Да. Мне кажется, поет и хорошо поет, и это доставляет ему удовольствие, свободное от профессиональной деятельности. Хорошо. Михаил, скажите, пожалуйста, как вы думаете, наш стоматолог использует свой голос вместо анестезии? Или наоборот, ему говорят, ладно, сверлите без укола, я не хочу слышать, как вы поете? А сколько чистка у вас стоит? К сожалению, наши участники не могут отвечать ничего. Ну покажи просто сколько. Он показывает пальцами ног. Он и этой технике обучен? Да. Слушайте, поющий стоматолог. Итак, поет или... Добрый вечер, откройте ротик,
какая фигня. О, Михаил Полицеймака поет. А поет ли наш участник? Я думаю, что поет. Дорогие наши звездные гости. Я не знаю. Анне Семенович предстоит сделать выбор за всю команду и сказать, поет наш участник или не поет. Думаю, да. Ну да. Давайте скажем да. Ну, проиграем, скажем да. Проиграем сначала. Ребят, стоматолог нам не помешает. 100%. Поет. Выбор сделан. Наши звезды считают, что Занбек поет. И давайте прямо сейчас узнаем, удалось ли звездам поймать Занбека. Пожалуйста. Ну давай. Давай, Занбек. Микрофон-то возьми. Что-то как-то он... Девчонка из далеких дней. Провожал записки на дороге. Но только все пошло к одному. Давай, давай ему подсобку. Давай вправо или влево. В далекую страну. Джули, Джулия, Джули, Джули. Занбек, поздравляем! Вот это голосище! Подтанцовка, о которой можно только мечтать, представляете? Это вы очень уже дорого. Стали им должны. Да. Понимаете, после этого. Да, мы к вам запишемся. Конечно, на прием. Конечно. Итак, дорогие наши звезды, вы абсолютно верно ответили. Занбек поет. Вы уже на пути к 1 000 000 рублей. Поздравляю. Прекрасно. Я надеюсь, что это не последний ваш верный ответ за наше шоу, а наши участники надеются, что последний верный ответ, потому что они тоже хотят получить тот самый 1 000 000 рублей, за который сегодня у нас идет это противостояние. Счет 1-0 в пользу команды звезд. Поздравляю, молодцы.